Дорогие друзья, шалом алейхем. Когда мы пытаемся повлиять на человека, мы видим, что он заблуждается, что у него могут быть большие проблемы. И мы говорим с ним один раз, второй раз, третий раз, без успеха. Мы за него переживаем, но мы опускаем руки, потому что мы видим, что он нас не слышит. Талмуд говорит, что надо продолжать и пробовать даже 100 раз. И даже если после 100 раз у нас получится, то, что мы смогли повлиять на него, и мы меняли его жизни, это самая большая радость для нас. Даже если будут таких 5 человек, на которого мы повлияли, мы поменяли их жизни, это стоит, потому что это для нас очень радостно видеть, это наш нахас. Когда бизнесмен пытается сделать сделку, и у него не получается, он будет пробовать 100 раз, потому что он понимает, что один раз получится, и он заработает, и это поменяет его жизни. Его ничего не останавливает. И точно так, когда мы хотим влиять на наших близких. Конечно, очень важно, что подход был правильный, не повторится одно и то же. Надо продумывать, какая-то дорожная карта, как мы собираемся это сделать. Надо говорить только позитивными словами. Конечно, когда мы это делаем много раз, всегда только с позитива. Не пугать, не унизить, не кричать на него. Только позитивными словами сказать, как будет хорошо, если он поменяется. Доказать ему, показать ему новый путь в жизни и как будет у него радостная и веселая жизнь, если он поменяется. Реб Лейв Ицхак из Бердичев зашел в синагогу и видит, как стоит человек и осуждает евреи, что они плохие, что они грешные, какие ждут их наказания, какой ад у них будет. И он сразу говорил, Всевышний, этот человек не виноват. Ему платят деньги за эти спичи, а ему очень деньги нужны, потому что ему надо выдавать замуж свою дочку. А это его работа. Я тебе прошу, что ты ему дал парнусы, что он мог заработать без этой работы, что он мог выдавать дочку свою замуж, а не ходил по общинам и говорил такие слова евреям. Потому что евреи должны сделать тшува, но только через позитива и через радость. В нашей главе недели «Ахарей мод гдошим» говорится «Не питай ненависть к брату твоему». В сердце своим, увещевай ближнего своего, если он делает что-то дурное. Но ты должен быть деликатным, чтобы не понести за него греха, опозорив его публично. Мы должны знать, что увещевание – дело тонкое. Если мы ее делаем неправильно, мы можем оттолкнуть человека, обидеть его, и мы его потеряем, а мы же хотим его приблизить. Дай Бог, что мы могли повлиять на людей. Мы должны это сделать много раз, только через позитива, и мы сможем увидеть счастливых людей, людей, которые гордятся собой, которые живут красивой жизнью, и это будет наша заслуга, и за это Всевышний благословит наша семья, наш дом, Zeit gesund, Shabbat shalom.